Ну что, народ, идем собирать ежевику от слова еж. Не знаю, почему так обозвали ежевикой, но, видимо, потому что на ежа похожа ягода. Ну что, народ, будем пробовать ежевику. Так, надо какую-нибудь вот покрупнее. На виноград похоже, реально. Прям виноград. Всем советую вот эту вот ягоду. Но в Москве вы вряд ли ее купите. Потому что в Москве все лучшие ягоды куда-то идут. Такую вот мисочку железную, эмалированную, вернее. Не на шутку небо разбушевалось, тучи. Давайте пособираем, пока есть возможность. Такие вот ягоды крупные. Я некоторые уже вчера порвал. В Москве таких ягод я даже не видел на прилавках на рынке. Вернее, на рыночных прилавках я даже не видел в Москве таких ягод. Вот столько вот ягод. Ее с сахарочком можно даже. Можно ее как желе закрывать. Вчера, кстати, тоже на ютубе видел. Можно ее сахаром протирать, тоже прикольно. Хотя она без сахара очень сладкая. И все пальцы в этом соке, все красные. Как будто я кого-то замочил. Так же язык. Я вот вчера долго думал, на что это похоже. Ну, вкус. Вкус этой ягоды. Виноград один в один, то есть, ну, это очень-очень спелый, сладкий виноград. Чем-то похоже на виноград, но такой вот на Изабеллу, скорее всего. Вот такая вот она уж даже сама падает с веток, с куста, вернее. Вот прям сама падает, видите, какая, да, громадная ягода. Она прям тяжелая такая, увесистая, как лимонка. Как такая вот ягодная бомба. Вот сколько я набрал. Совсем немного пока. Только полукошка, но уже весит прилично. Килограмм тут точно есть. Давайте я попробую. Такая вот ягода. Очень прикольно. Сам в Москве живу, да, и как бы, ну, на рынке обычно что-нибудь такое. Маленькое вот такое вот. Не первой свежести, да, это прям со своей грядки. Подписывайтесь на мой канал обязательно. Ставьте лайки, делайте репосты. Вот. Ну и, конечно, пишите комментарии, вот, что вы думаете по поводу вот этого всего. Ну что, народ, идем собирать ежевику. От слова еж, такая вот ягода. Похоже на ежа. Вот такой вот куст. Это я взял такую вот мисочку железную, эмалированную, вернее. Такие вот ягоды. Сейчас давайте мисочку поставим. Такие вот ягоды крупные. Я некоторые уже вчера порвал, попробовал. Довольно-таки сладкие ягоды. Тут же осы все облюбовали. Ос очень много. Такие вот крупные, как клубника. Много-много ягод. Это еще даже не все, которые были. Половину, ну не половину, чуть меньше порвал, чем половину. Оборвал, вернее. Это вчера я угостил соседей этой ягодой, хотя у них тоже растет. Но они сказали, что у них пока она не созрела. Хотя такого быть не может. Вот. Сколько много. Тут вот осы уже немного, если видно. Погрызли. Да. В Москве таких ягод я даже не видел на прилавках на рынке. Вернее, на рыночных прилавках я даже не видел в Москве таких ягод. Таких крупных. Я вообще ежевики не видел в Москве.
Хотя живу почти в центре, вернее жил. Очень вкусная ягода. Чем-то похоже на виноград. Но такой вот на Изабеллу, скорее всего. Ну, скорее всего, очень на Изабеллу, на сорт винограда. И по сладости прям виноград, но с колючками, скажем так. Но это не колючки. Не знаю, почему так обозвали ежевикой. Видимо, потому что на ежа похожа ягода. Вчера смотрел в интернете, чем она полезна. Очень полезна для иммунитета. Она повышает, поднимает, как так сказать, стимулирует иммунитет. Это ягода. Вкусно сбивает температуру, если отвар с листьев делать. Да и ягоды тоже, наверное. Я точно не помню. Но очень много информации. Вот вчера я лазил на Ютубе. Очень много информации нашел по поводу этой ягоды. Самому было интересно просто. Вот у меня матушка сажала эту ягоду. Вот, и я все приезжал и не попадал. Сейчас уже конец июля. Вот, и она вот уже созрела. Очень сладкая. Очень прикольная ягода. Вот такая вот она уже даже сама падает с веток, с куста, вернее, сама сваливается, даже жалко, потому что в Москве, ну, громадных денег действительно стоит клубника, малина, вот такие ягоды тоже, а здесь ее ешь не хочу, муравьи очень любят, я заметил, черешня также у меня попадала, и муравьи ее кушали. Да, как виноград. Ягода очень на виноград похожа. Давайте я попробую. Такая вот ягода. Очень прикольная. Там уже тучи, если видно. Я думаю, всем видно, да, то, что уже тучи на небе. Скоро, наверное, дождик пойдет. Такое вот небо красивое, да, в тучах. Солнышко не видно почти. Давайте, пока не пошел ливень, пособираем ягоды. Вчера очень много я пособирал. Зрелая, которая ягода была. Вот такая вот она. Не, ну правда. Слаще даже, чем виноград, не поверите. Вот она сама прям падает. Сейчас даже попробую ее. Все пальцы уже перемазал. Очень вкусная ягода. Это виноград. Вот виноград, но по-другому выглядит. Колючки. В колючки попал. Очень такие жесткие колючки. Я вот вчера долго думал, на что это похоже. Ну, вкус. Вкус этой ягоды. Виноград 1:1. То есть, ну, это очень-очень спелый, сладкий виноград. Притом, даже виноград бывало, я такой сладкий не пробовал. Но вкус виноградный. Это как бы ежевика, ну, может, какая-то смесь с виноградом, хотя навряд ли. Вот, ее даже вот не мою. Потому что ее ничем не опрыскивал. У себя на участке. Надеюсь, пока меня не было, ничем тут не поливали. Но вчера я тоже немытую кушал и вроде бы в туалет не бегал. Вот такая вот. Просто, блин, неудобно снимать одной рукой. Но люди не на такое идут, чтобы там какой-нибудь прикольный обзор сделать. Вот опять же, это влог из моей жизни. Я вот решил пойти ягод нарвать, да, и вам показать, поснимать. То есть, как я это делаю. Если вам, конечно, все это интересно будет, я думаю, будет интересно. Особенно городским жителям, находясь в городе, да, оказаться в деревне хотя бы виртуально, да. Скоро будут очки такие виртуальные. Вот, и как раз я в 4К снимаю, разрешение 4К, вот, можете эти очки одеть и оказаться у меня на даче. Вот, но ходить везде только с моего разрешения,
как, я вынужден вот так вот снимать, потому что снимать себя и одновременно рвать неудобно. Давайте вот вместе с вами порвем. Вот что-то уже видите, ягоды подсохли, какие-то уже сухие. Не на шутку небо разбушевалось, тучи. Давайте пособираем, пока есть возможность. Потому что я нахожусь в Воронежской области, и здесь почти неделю шли ливни. Тут такие нешуточные, очень сильные дожди. Вот, хотя здесь южный климат. Как видите, у меня здесь и виноград, и ежевика, и малина, и крыжовник, и что только матушка не сажала. Надо все это оборвать. Поесть. Перед тем, как поехать в Москву, набраться витаминов. Вот прям сама падает, видите, какая, да, громадная ягода. Она прям тяжелая такая, увесистая, как лимонка. Как такая вот ягодная бомба. Давайте попробуем ее. Что-то она мне очень нравится, очень спелая. Виноград, спелый-спелый виноград, который не надо жевать, без косточек. Вот самое важное, я забыл приметить, что косточек нет. Очень удобно кушать, то есть можно прям в рот класть, и во рту тает. То есть и вместе с соком прям все льется тебе в горло. То есть даже жевать не надо, оно за тебя все. Вот такие вот большие ягоды. И безумно сладкие. Я не могу описать этот вкус. То есть это надо пробовать. Вот сколько я набрал, совсем немного пока, только полукошка, но уже весит прилично, килограмм тут точно есть ягод. Такая увесистая, это не из-за миски, миска почти ничего не весит, она эмалированная посуда. А, видимо, ягоды такие прям сочные, вот их много, пока не поспели. Представляете, да, что будет, когда все это поспеет? Вот какие кусты. Я имею в виду, вот усыпано все ягодами. То есть я для себя открыл эту ягоду. До этого был любитель малины. Теперь еще и эту ягоду полюбил. То есть вот все усыпано буквально. Рви не хочу, но пока не вся поспела. То есть ее вчера вообще было очень много. Все усыпано, грозди прям месили. То есть я вчера порвал, сегодня вот тоже немного порвал. Но, как видите, ее меньше не стало, просто не вся спелая. Сейчас конец июля, уже 29 июля. Думаю, еще неделька, если волосы не поедят. Вот я тоже. Ой, падает она, настолько спелая, что срывается сама с веток. Ее сколько? Вся такая крупная, очень крупная, видите, да? Я думаю, на рынке вряд ли такую купите в той же Москве или в Воронеже в самом. Думаю, вообще лучше ягоды куда-то уйдут по всяким заведениям. А то, что останется, есть только у каких-нибудь фермеров, да, сможете взять, таких как у меня, например. Шутка, конечно, я пока не торгую ягодами, но были такие мысли заниматься ягодным промыслом, скажем так, торговли. И вот тоже хочу вам показать. Вон одна ягодка спряталась. Вот она. Какая красавица, крупная. Ну вот такие вот гигантские ягоды, чтобы вы просто имели представление, какие они приблизительно размером. Потому что когда цветки сорвал, уже не так они выглядят. Как, например, когда на ветке. Но некоторые вот
посохли, какие-то осы поели. Конечно, жалко. О, давайте попробуем еще разок. Виноград, который не надо прожевывать. То есть сочный-сочный. Такой прям взрыв вкуса во рту. Уже все руки перемазал, видите, да? В этом соке. Сок ежевики. Все красные. У меня рот такой же. Весь язык у меня, наверное, тоже. Вот я набрал. Вот столько. Остальная неспелая. Соседу не стал лезть нагреть. Пусть он тоже покушает. У него старание мой куст. Но пусть тоже меня грушами угостил. То есть такие вот ягоды. Столько, вернее. Такие вот крупные. Очень крупные. Вот они. Сочные. Столько сока. Чтобы вы имели представление, о чем я говорю. Один сок. Да. Ну что, народ, будем пробовать ежевику. Так, нам какую вот покрупнее. На виноград похоже, реально. Прям виноград. Даже не ежевика, а виноград. Только выглядит как-то по-другому, необычно. Сейчас, наверное, соседи смотрят и думают, что за такой чудик. Чудик снимает обзор. Вот, блок из жизни. Вот столько вот ягод. Ее с сахарочком можно даже. Можно ее как желе закрывать. Вчера, кстати, тоже на ютубе видел. Можно ее сахаром протирать, тоже прикольно. Хотя она без сахара очень сладкая. Я вчера с сахаром попробовал, она реально, ну, теряет вкус как бы свой. То есть ее без сахара, она так сладкая. Вот, и мне, я вот тоже смотрел также на ютубе, да, свойства. Интересно, да, чтобы, например, поноситься там поесть и толчок потом, на толчке не сидеть. Сколько ее можно кушать, там все такое. Вот, есть ее можно сколько угодно, если нет аллергии. Вот, еще, кстати, вчера очень жарко было, все пальцы перепачкал. И я с нее пить не хотел. То есть она как пару ягод съел, и жажду утоляет очень хорошо. То есть лучше всякого сока, минералки. Офигенная штука. Ну плюс виноград, как бы. Кто пробовал там коктейли те же виноградные, день, что-то похожее. Алкогольные. Только с нее ты не будешь пленеть. Вот в этом плюс. Для кого-то минус, кто-то набухаться хочет. Вот. Но я хочу, не знаю, витаминов поесть. Поэтому как бы всем советую вот эту вот ягоду. Но в Москве вы вряд ли ее купите. Потому что в Москве все лучшие ягоды куда-то идут, я так понял. Сам в Москве живу, да, и как бы, ну, на рынке обычно что-нибудь такое. Маленькое вот такое вот. Не первой свежести, да, это прям со своей грядки. То есть уже они вон уже сок дают. Я их сорвал, да, и они уже таять начинают, так надо быстрее кушать. Или что-то с ними делать. И все пальцы в этом соке, все красные. Как будто я кого-то замочил. Также язык. Весь. Весь язык красный. То есть, как это, граф Дракула, сижу тут, весь это кровище такое. Это не кровь, это сок. Вот, опять же, вот есть виноград, Изабелла, по-моему, темный сорт. У меня, кстати, тоже растет. Вот, вот это вот то же самое. Ну, вино такое точно есть, я знаю. Изабелла называется. Или как-то так. Ну, виноград, по-моему, тоже такой сорт. Вот я даже не мыл. Надеюсь, не просусь сегодня. Ну, очень сочная. Конечно, попадается, бывает кисленькая. Но в основном она сладкая. И очень вкусная. Полазию тут, повыбираю. Хотя тут, в принципе, вся она хорошая. Это что-то, народ. Это очень вкусно. Поэтому подписывайтесь на мой канал обязательно, ставьте лайки,
делайте репосты. Вот. Ну и, конечно, пишите комментарии, вот, что вы думаете по поводу вот этого всего, по поводу моего отдыха, тут стоит мне оставаться, жить не стоит. То есть, ели ли вы в Москве там или в Воронеже в центре, да, это Воронежская область, 2 часа от Воронежа езды, 2,5, наверное, там, по-моему, 150 километров от Воронежа. Вот. То есть, как бы, пробовали вы такое в Москве там или в Воронеже, у вас, может, продают, там бабульки стоят. Вот. Но я думаю, навряд ли бабульки самые лучшие ягоды принесут на рынок. Но, может, я ошибаюсь. Вот, спасибо вам, то, что посмотрели этот видос. Надеюсь, до конца вы его досмотрели. Опять же, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем пока. Теперь посмотрим.